Облетев земной шар, сделал реальную мечту всего человечества. Этот день, сегодняшний день, стал днем. 12 апреля 1961 года путь к звездам Земли был открыт. Вратари. Номер 19. Мига Коскиня. Номер 30. Игорь Шестеркин. Номер 35. Евгений Иванников. Защитники. Номер 2. Артем Зуб. Номер 3. Динар Хафизулин. Номер 5. Роман Рукавешников. Номер 6. Патрик Херсти. Номер 27. Вячеслав Воина. Номер 28. Андрей Зубарев. Номер 44. Егор Яковлев. Номер 57. Егор Рыков. Номер 58. Дмитрий Юдин. Номер 73. Максим Чудинов. Номер 77. Антон Белов. Нападающие. Номер 4. Яна Коскиранта. Номер 10. Виктор Тихонов. Номер 11. Архив Николенко. Номер 12. Стив Мозес. Номер 13. Павел Дацук. Номер 16. Сергей Плотников. Номер 17. Илья Ковальчук. Номер 29. Илья Каблуков. Номер 40. Евгений Кетов. Номер 52. Сергей Широков. Номер 63. Евгений Додонов. Номер 74. Николай Прокоркин. Номер 87. Вадим Шипачев. Номер 92. Александр Дергачев. Номер 93. Александр Хохлачев. Номер 94. Александр Барабанов. Номер 97. Никита Гусев. Главный тренер Олег Знаров. Представляем стартовые составы команд. Команда «Металлург»
Магнитогорск. Вратарь номер 83 Василий Кошечкин. Защитники номер 48 Евгений Бирюков. Номер 9 Виктор Антипин. Нападающий номер 10 Сергей Мазякин. Номер 43 Ян Ковач. Номер 25 Данис Зарипов. Финалист Кубка Гагарина 2017. Команда Металлург Магнитогорск. Внимание, 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 ледовый, 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 ледовый! Ледовый представляет стартовый состав команды! Вратарь команды номер 19-й, Мико Таскинен. Защитник номер 44-й, Защитник номер 77, Антон Белов. Нападающий номер 94, Александр Балабанов. Нападающий номер 4, Ярно Каскиранка. Нападающий номер 17, Илья Галайчук. Сыграйте на хоккей, ребята! Представляем арбитру. Yeah.
Пашку. Малым штрафом наказан игрок команды «Металлурга» Александр Семин, номер 28.